Первые лесные дары этого года – витаминная земляника. Уже на нескольких торговых точках рынка появилась данная лесная ягода. Продают по 3 рубля за стакан. Кто-то говорит дорого, но попробуйте насобирать этот стакан сами, сразу оцените. К слову, земляника пока красная только на вырубках, на солнечных местах, и то не везде.